И последняя. Очередная волна холодов накрыла Кабардино-Балкарию. Не успев как следует насладиться весенним солнцем, жители республики вынуждены снова доставать из шкафов зимнюю одежду. Тем временем метеорологи говорят, снег и мороз на стыке марта и апреля – явление вполне обычное. Впрочем, заверяют, непогода продлится недолго. По прогнозам Республиканского гидрометцентра, в ближайшие два дня ночью ожидаются заморозки до минус 5. Днем относительно тепло – плюс 7 градусов. И уже на выходные снова выглянет солнце. Воздух прогреется до плюс 12. Причина нестабильной погоды – холодные ветра из Арктики. Угроз для овощных посевов нет. Температура почвы выше 7 градусов. Этого достаточно, утверждают специалисты. Опасности сейчас больше подвержены сады. Холодный воздух может помешать набуханию почек.